Конечно, смотрю, вот, смотрю, 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 смотрю,
Пришла на масленица, принесла вино для масленицы.
Все-таки застряли прямо на пути. Смотрите, что тут делается. Одна команда подрезает по вторую, но все-таки зеленые берут опытом и дружбой и обходят красную Феррари. Вот он, настоящий старт. И это победа. Вы посмотрите. И громкие аплодисменты всей публики нашего стадиона. А теперь самый интересный момент, как они будут отнимать обувь. Из этого ждали все. Посмотрите, как начинают вытаскивать толпой ноги, потому что там все было на такую момент. То есть сделано, это был сюрприз матрицы. Скорее всего, разлита эта сгущенка, кто-то видно разлил, поэтому обувь прилипла. Ну что, наши кони уже почти готовы. Ну что же, на старт, внимание, марш, поехали, смотрите, как они бегут, как они бегут, сколько мы впереди, и тут ничья. Итак, объявляется еще один заход. Итак, да нет, я думаю, что все наши мужчины заслужили по петушку. Не надо никого обижать, да. Все-таки петушки дадут всем сегодня. Сегодня все мужчины. Это был отличный старт. Это был отличный забег на настоящих мужчин. Как они рвались к победе. На это можно было посмотреть вечно.
Итак, все поиграем, не переживайте. Посмотрите, пока все поиграем по три человека. Ага. А теперь старты для самых маленьких. Те, кто хотели долго узнать этот новый вид спорта. И сегодня на Матч ТВ также это прямая трансляция наших забегов. Дают последние указания. Смотрите, как команды подготовились. Чему же готовиться, сейчас мы узнаем. Я думаю, что нужно достать мобильные телефоны, если они у кого-то с собой есть. Ведь такой забег, что нужно обязательно это снимать. Забег настоящих девчонок! Девчонки, готовы? На старт! Внимание, поехали! Марш! И вот они, первые старты. Все-таки... Лодочки очень тяжелые, эта трасса была укатана, уже мужчинами протоптана, но что-то идет довольно-таки сложно. Орут вовсю от тренера, висят таблички, которые поддерживают, тут уже подталкивают, уже, смотрите, первая команда зеленых. Все-таки проходит финал танцы. Команда красных развалилась буквально на старте. А у нас три победительницы. Команда зеленых. Команда зеленых выполнила все свои буквально выделации. Но команда красных тоже победили. Дала жару всем, как раз и болеть. Последнее приготовление. Что же будет в этом забеге? Мы узнаем буквально через каких-то считанных секунд. Ведь уже это Бьор Дален тоже наблюдает, потому что в его всю команду нужны настоящие спортсмены. Вот сейчас готовят сани. И... Мальчики готовы? Подождите, там ноги... Стоп, я команду еще не говорила. Ждем команды главного судьи. Все готовы? Марши команды ринулись, но все-таки команда стоит на одном месте. Такое ощущение, что кто-то привязал ремнем. Но все-таки видно, что команда на опыте начинает с помощью своего паровоза тянуть команду вперед. Но смотрите, что-то команда красных. Видно, спрайт был чем-то заряжен, что они уже буквально обгоняют команду зеленых, но нет. Но нет, все-таки команда зеленых на опыте проходит и выходит в финал наших Олимпийских игр. Молодцы, громкие аплодисменты, молодцы. Давайте поддержим, уважаемые болельщики, наших спортсменов. Итак, девочки, готовятся, девочки. 6 девочек, которые еще не бегали. Так, надо помочь ребятам вытащить ножки. Но будет ли чудо у команды зеленых? Наверное, все-таки чудо покинуло их, и команда красных на опыте все-таки ты взяла верх на своем пьедестале победы. У нас победила команда красных! Так, ну что, и дорогая Сластена, я предлагаю сыграть еще разочек. У нас есть ребятки, мальчики и девочки постарше, подходили, которым 10, 11, 12 лет. Конечно, это слишком о начале наших соревнований. Команды пока стоят на одном месте, но ничего страшного. Чем дольше отопрягаешь, тем быстрее и едет. Вот их и лозунг, что все-таки команда зеленых начала продвигаться. С каждым метром все ближе и ближе к победе. Каждой секундой люди все-таки кричат, поддерживают. Но смотрите, команда красных обходит буквально на носовом платке. И остаются буквально метр, и команда красных. Еще метр дойти, остается зеленый уже на воске от победы. Но
Красные все-таки прошли быстрее. И команда красных оказалась победителем. Какая была сложная борьба.